У вас такая аудитория, она прям ходит за вами из интервью в интервью. Они вас очень любят, они прям за вас готовы. Да. Да, и мне кажется каждый раз, что, по их мнению, не родилась еще та, которая была бы достойна вас. Поэтому может быть, прям... да. Нет, у меня есть несколько очень хороших поклонниц, которые действительно очень... Вы с ними поддерживаете? Поддерживаю очень сильно. И встречаюсь в внеурочное время. О-ля-ля, скажи. Нет, они очень милые. Есть... Я очень люблю женское общество. Я никогда его не избегал. И мне очень нравится быть в женском обществе, потому что у меня такое количество поклонниц женщин. Да. И это не каждый мужчина может себе позволить. А вот, абсолютно. А я вам расскажу, почему. Давайте. Потому что в основном все мужчины мечтают женщину раздеть. А я же мечтаю ее одеть. И это другое отношение. Конечно. Поэтому они ко мне как бы льнут. Женщина же не хочет ходить голенькой, нет. Она хочет произвести впечатление, чтобы ее потом раздели, но сначала. Но сначала надо произвести впечатление. А не просто так прийти, извините. Вот я представляю. Знакомьтесь, Марина, Светлана. Да, Сан Саныч, я знал такую женщину, которая назвала свои груди женскими именами. Мне говорили, это Мариночка, Светочка. Я не буду рассказывать про мужчину. Да. Не, да, был такой, момент. Был такой, да? Тоже называли, этот да? момент. Называли именем, да? Ну, свои какие-то. Да, и что говорили? Игорек? Господи, да? Говорили, это ужасно. Мой Игорек сегодня устал, пошел спать раньше времени. Это так ужас. Приблизительно, да? Ну, примерно, да. На. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Помните, главное, что вы тренируетесь. Быстрых результатов все равно не бывает. А вот причин не заниматься вообще – миллион. Это будет глобальный мастер-класс. Не сомневайтесь. Делайте то, что вы делаете, органично делайте. Если кадр не настоящий, если он фальшивит, это всегда сразу видит зритель. Так что я думаю, что тем много, все эти темы выстраданные, все эти темы не из книжки, а из практики. Единственная причина, по которой вы можете выбрать это дело в качестве своего основного, не имеет возможности его не делать. Я Евгений Коган. Я Алина Герман. Мы Дмитрий Анагороджи. Я Александр Белов. Я Андрей Лоскутов. И я поделюсь с вами своими знаниями. Я поделюсь с вами своими знаниями. Я поделюсь с вами своими знаниями. И мы поделимся с вами нашими знаниями.